всем привет! Меня зовут Артамонов Кирилл, вы на канале New Style Studio, и это снова очередный топовый чётенький влог. И сегодня мы с друзьями снова едем в Елабугу тусить, и поэтому смотрите до конца, и будет супер-мега-бомба-класс! Йоу, вау! И кепочка на голову! Почти. Второй дубль. И кепочка на голову! Проводим уроки магии. Телефон есть? Телефона нет. Сколько время телефон? 16:40. А сейчас мы отправляемся в супермаркет для закупа продуктов. И мы бы хотели научить вас, как делать бомжатский закуп, когда вам нужно купить много еды, но в вашем кармане всего 600-700 рублей. Итак, для бомжатского закупа нам потребуется лимонад, вода, чипсы, бичи, попкорн, макароны и чаек. Итак, смотрим. Нужно брать 2 литра за 50 рублей, зачем 3 литра за Смотрите, я учу, как экономить. Нужно покупать чипсы, русскую картошку, покупать лимонад, колокольчик. Пепси спрячь. Там нету пепси. Покупать, короче, Биг Бон за 14, да? Чего людей обманываешь? 18.90. 18.90, говорят. Вот. И все, эконом вариант. Потом макароны сейчас сам видишь. Скажем, сколько мы потом из фильма обошли. Чего, пели? Вот это не бичевская закупка. Вообще не бичевская закупка. 26 где? Тебя самый бичевский час 26. Ты чё? Вот это бичевский, ты вообще что-то перебрал. Чего, мы вам лапши взяли. Вот именно смотри, тут всего где-то на рублей там 1000. У нас денег немного, 5 человек скидывается. Что-нибудь расскажем, получишь? Это мы не сможем осилить.
Не говори это на камеру, это слишком тупо. Это все, что нам надо. Чипсы есть, дошики есть, лимонад есть. Закупка готова. Ребята, это наш дом на сегодня. Пошлите. Здравствуйте. В общем, друзья, сегодня, вот прямо сейчас перед вами я хочу сделать обзор на вермишель яичную. На вермишель яичную. Это компания Александра и Софьи. Вот такие вот малыши это делают все. Вот, сейчас мы делаем вообще, смотрим, что это такое. Состав прочитайте. В моей голове дожик, что ли, готовит? Почему меня облил? Мука пшеничная. Хлеба пекарная высшего сорта. Масло растительное. Вода, соль. Падаю! Всю семью кормим этим дошиком. Почему он мокрый? Не держи. Вот. В общем, теперь открываем и смотрим, что там внутри. Здесь мы видим, во-первых, вот такие вот две штучки. Сейчас объясню, зачем это нужно. И вот это все. Смотрите, что мы делаем дальше. Я хочу вам объяснить, что это такое. Это, в общем, у нас суповая основа, вот это вилька. И, в общем, такое вот растительное масло. Сейчас мы это все будем сюда выливать. Когда положим вот это. Вот это наша вермишель, очень вкусная. Довольно-таки вкусная получилась вермишель. Мы ее ложим прямо сюда. Дальше смотрите, что мы делаем. Мы открываем сначала масло. На ваше здоровье. Ты что, больной, что ли, масло выливать туда? Ты что, траванешься? Отвечаю. Мы заливаем масло. Всегда. И суповую основу. А кипяток вы тоже на его голове заливать будете? Да. Пожалуйста. Нормальный? Да, это нормально, чай. Сейчас я принесу чайник. А, Шами сейчас принесет чайник. Пока что поговорим. Ой-ой-ой. Пока что мы... Я объясняю, что надо делать дальше. Нажми на еще глазки. Дальше мы заливаем, в общем, кипяточек. Тихо, легче. Мы заливаем кипяток. Вот прям сюда полностью. Страшно, он тяжелый становится, ты шо? Мы налили кипяток. Собираем чайник. О, боже. Я держу нормас. Теперь нам надо это все расставить на 5 минут. И бросить меня здесь с кипятком на голове. Все это время здесь есть Айдар. На 3 минуты. Все, мы поставили и ждем. Дальше я через 3 минуты все еще раз покажу. А почему тарелка мокрая? Все, продолжаем наш обзор. У нас не получается. Бигланик готов, мы сейчас это все откроем. Тихо, ты что, дикий такой? Держи. Так, сейчас мы все это откроем, попробуем, сейчас я вам скажу. Главное, все. Забери тарелку. Вот, смотрите, как у нас все получилось, сейчас что мы должны сделать? Мы должны это все так вот размешать еще разочек. Мы поставили ровно на 3 минуты. На 3 минуты, теперь мы попробуем.
сам так широко идет, классно. Теперь пару комментариев о том, о чем у нас получился. В общем, друзья, если честно, то какое-то говно. Вот, реально, если сравнивать с Бигботом, то оно вообще ни о чем. И я вам хочу сказать, что не покупайте, пожалуйста, вермишели яичные, потому что как бы вкуса вообще никого нету. Ну серьезно, мне, если честно, не понравилось. Цена цена получается это стоит сколько 13, там? 13 рублей 30 копеек. 13 рублей 30 копеек. Я думаю, что это должно стоить ну максимум рублей 10. Ну и поэтому что я вам хочу сказать, моя оценка вот этому вермишельке, наверное, где-то 2 из 10. Вот такой вот у нас был обзорчик. Все, засняла.